сегодня блюз на двоих. Джазовый концерт. Этот дворец принадлежал до революции Туркестановой, Ольге Туркестановой. А после революции здесь был ресторан «Алая роза», самый шикарный ресторан в Москве, в центре. А потом дом учителя. Вот такие вот залы с лепниной на потолке. Канделябры. Карнизы. Вот. Плафоны с люстрами. Может быть, рояли и того времени. Может быть, сейчас здесь Москонцерт. Все эти помещения принадлежат организации Москонцерт. А здесь буфет с такими. Такая обстановка. Вот такая лестница, красивая очень. Парадный вход с зеркалом. Это один из залов дворца, превращенный в театральный. Спешу все снимать, потому что в августе весь дворец закроется на капитальный ремонт. Театральный зал. Вход с другой стороны. Много хрустальных люстр того времени. В общем, здание сохранилось. Сейчас пойдем на лестницу. Парадная лестница особняка. Особняка дворцовая. На лестнице сохранились бронзовые держатели для ковровой дорожки. Эти вазы на тумбах.
My heart was sung and loud.